Ну разве это езда? Вот раньше была езда. Играть или не играть, у меня нет двух мнений. А вы что, всегда выигрываете? Никогда. Ну а что ж вы играете? Я перестал задавать себе этот вопрос. Зависимость лошадь, тренер, жокей гораздо более тонкая и сложная, чем многим кажется. Вообще-то, если лошадь не видит хлыста, она не чувствует на себе никого. Как будто и нет седока. Да в ней английской крови-то всего 25%. Не всего, а целых 25%. А в прошлом году у нее сустав был снесен. Так тоже было в прошлом. А я всех лошадей люблю. Породные, беспородные, мне без разницы. Привет, Слава! Привет, самурай! Ничего не соображаю, ничего не помню. Ничего рассчитать не могу. А чего там? Ну. Оп! Независимо ни от чего предлагаю. С первого числа переходи в мою конюшню. Коллекционирую восходящие звезды. Спасибо, Николай Амирович. Да не могу я бросить река. Вон он. Я не старик! Извините. Кто поверит, а? Что Амиров дважды звал, а Касьянов дважды отказывался? Ох, молокосос. Ничего не молокосос. Ох, молокосос. Имею право жениться. Могу быть избран в орган народной власти через два года. Женись, избирайся. Вонючка. Ну ты поручиться можешь? Я не бог. Я знаю, что ты не бог. Короче, ты отказываешься его проучить? Я не отказываюсь. Я спрашиваю, ты поручиться можешь? Ты отказываешься? Я этого не говорю. А что ты говоришь? Я ничего не говорю. Я просто спрашиваю, ты поручиться можешь? Ты можешь поручиться, что ты вырастил бы из амировских же ребят, амировских скакунов? Можешь? Ладно, я не претендую на короткую спичку. Пусть выигрывает байрамовский перстень. Жеребец Байрамова не готов. Ты это прекрасно знаешь. Он перетянут. Я же не про это говорю. Пусть выиграют Байрамов, Иванов, Петров, Сидоров. Хочешь ты выиграешь, только не Амиров. Ну что, отказываешься? Скотина, на ноги не наступай. Отказываюсь. Пускай само по себе. Пусть игра играется. Пардон? Я нахожу его славу надуманной, дутой! Если лошадь неизменно весела и подвижна, живо откликается на все, что вокруг нее происходит, и обиды и радости встречает так же легко, как и забывает о них, эта лошадь — сангвиник. Да я слушаю, Володя. Если же какая-то одна скорбь или утеха поселяется в сердце нашей нежной лошадки надолго, надолго и так всерьез, что никакие другие обиды и радости она и знать не хочет. Темперамент у нее какой? Можно ли вас причешу? Некоторые люди вздрагивают, переживают, любят не даваться на такие вопросы, а у некоторых очень красивые реакции. Между прочим, в 1887 году в Балтиморе на соревнованиях между чемпионом Востока страны Паролем, скакуном, героем Запада, Теном Брэком и гордостью Юга Очилтри, Конгресс страны Соединенных Штатов Америки на один день отложил дела в Конгрессе, чтобы конгрессмены могли присутствовать на скачках. Лошадь Эквус принадлежит к отряду непарнокопытных. Наиболее характерной особенностью данного семейства служат ноги, имеющие только один вполне развитый палец, снабженный копытом. Раньше всего в скелете бросается в глаза длинный вытянутый череп, где только треть приходится на мозговую кость и две трети на лицевые кости. Что касается зубной системы, то в каждой половине верхней и нижней челюсти имеется по три резца с ровной поверхностью и поперечно-овальной ямкой, по 5 или 6 длинных зубов с извилистыми складками эмали на жевательной поверхности и по одному маленькому, немного загнутому, тупо-коническому клыку. Из органов пищеварения особого внимания заслуживает узкий пищевод, отверстие которого в желудок снабжено клапаном. Сам желудок представляет собой небольшой вытянутый мешок, неразделенный на части продолговато-круглой формы. Желчного пузыря нет, матка двурогая, послед диффузный. Мозг относительно мал, и полушария большого мозга, покрытые извилинами, не прикрывают мозжечка. Но это, однако,
не мешает лошади иметь достаточно развитые умственные способности. Из чувств наиболее развит слух, а затем зрение и обоняние. Вы читали князя Урусова? Конспектировала. Можешь меня называть на «ты». Более того, повернись-ка сюда. Он проскакал блестяще было развито коневодство в Греции и в Македонии. Лошадь, созданная Нептуном, передние ноги имела человеческие и обладала даром речи. А сердце чистокровной лошади весит 6 килограммов и даже больше, в то время как у других пород, ну, едва даже там дотягивает до 5. А про Риту Готье я вам расскажу в следующий раз. А это и там живут сигарету зашили. Внимание! До закрытия кастатализатора осталось 2 минуты. Повторяю. До закрытия кастатализатора осталось 2 минуты. Внимание на старте. Лошадей в боксы. Внимание на старте. Лошадей в боксы. Внимание. Давайте заезжать. Пошли. Подтогните сзади кто-нибудь кобылу. Давай заходи. Посылай. Опа. Не бросай повод. Возьмите за повод кто-нибудь ее. Он сейчас пойдет задом ее заводить. Назад, примись. Давай. Вперед. Давай. Пошла. Давай. Чуть-чуть. Давай. Назад, примись. Серега, задом, закройся. Ну, подтолкните еще. Опа, осторожно. Давай еще раз. Разворачивай ее. Давай, родная. Давай, пошли. Ты еще стоишь, помоги же. Ну! Давай, примись, назад. Не хлопай, подтолкни лучше. Отойди отзаду. Толкай вперед. Не хлопай. Опа, осторожно. Ну да как, наш договорен, сели? Да спереду надо залазить. Да ты что? Ты знаешь, когда лошадь закусит у дела и понесет, знаешь, что надо делать? Надо приподнять руки над холкой, разделить поводья в руках и перебирать из стороны в сторону. Да я тебе про пари напоминаю, ты что, издеваешься, что ли? Касьянов, происходит следующее. Во-первых, мне всегда везет, и у меня всегда все козыри. К тому же я хорошо соображаю насчет пейса. Руки у меня сильные, спина и ноги сталь. Я уже не говорю про пресловутую волю к победе. Следует также отметить высококлассность моей лошади. Ну да, ты у нас сам раз сам искали в девашек ног стремя. Я ну тебе да. уже говорил, уступаю тебе эту девицу безо всяких пари. Да я так не хочу. Это твои проблемы, а я тебе уже все сказал. Да ты только посмотри, какая может быть Виолетта. Действительно.